А сейчас наша традиционная рубрика, в которой арт-директор ККЗ «Панорама» Светлана Шевет расскажет нашим телезрителям о кинопремьерах. А теперь о фильмах, которые можно посмотреть в киноконцертном зале «Панорама» в ближайшие дни. Коати «Легенда джунглей» переносит в далекие таинственные джунгли Амазонии, где обитают самые невероятные животные. И среди этих самых животных есть очень храбрый зверек по имени Коати. У него, как и полагается, есть свои верные друзья, которых он собрал вместе, и они отправились в захватывающее приключение. Они должны остановить землетрясение, разгадать загадку извергающего вулкана, спасти жителей своих любимых джунглей от коварной змеи, а также доказать, что героем может быть каждый. Аманат. История любви сына и мамы Джамалуддина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалуддин вошел в историю как великий заложник, и фильм – это попытка ответить на вопрос – заложник большой политики или большой любви? Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служению отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма. Святым тут не место. Молчаливый наемный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы жестоко мстит за смерть жены и похищение сына. Своя война – шторм пустыни. Иван давно вернулся с войны, но война не отпускает его. Он продолжает в нее играть, что уже стало ему отношением с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. «Мой папа – вождь». Капитана дальнего плавания Петрова 10 лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся – африканским вождем. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно. Теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных горожан. Он не признает правил современной цивилизации, только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне? «Крутые яйца 2». Тот и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку. Что же будет дальше, вы узнаете, посетив киноконцертный зал «Панорама».